Над лицевыми вяжем лицевые петли, над изнаночными изнаночные. Вот одна лицевая, раз, два, три, изнаночные, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь лицевых, раз, два, три, изнаночные, раз, и это изнаночная, и последняя тоже изнаночная. Следующий ряд. Первый снимаем. Теперь точно так делаем, как и в предыдущий раз. Снимаем эту петлю, меняем их местами. То есть, вот берете за эту стенку. Так. Вот. Вот эту петлю хватаете, снимаете ее на левую спицу. Теперь эту петлю тоже на левую спицу одеваем. Вот мы их перекрестили. Теперь смотрите, крайнюю мы провязываем лицевой. Вторую тоже лицевой. Среднюю тоже лицевой. Это три провязали уже. Теперь опять делаем так. Эти две, четвертая и пятая, пятую за заднюю стенку провязали лицевой. И теперь мы вот провязываем первую, четвертую тоже провязали лицевой. Получилось у нас уже здесь 5 петель. Теперь изнаночные. Раз, два, три, четыре, пять изнаночные. Теперь точно так мы их меняем. Вот так. Перекрестили. Эту придерживаем. Это сажаем вот сюда. Теперь провязываем лицевыми. Раз, два, три, четвертую и пятую тоже меняем местами. То есть пятую берем за заднюю стенку, провязали. И теперь можно кто за переднюю, кто за заднюю хочет. И четвертую провязываем. И теперь их снимаем со спицы. Последняя изнаночная. Так, провязали мы. Теперь мы переворачиваем, вяжем лицевые над лицевыми, изнаночные над изнаночными. Получилось у нас теперь по 5 петель. 5 изнаночных, 5 лицевых, 5 изнаночных. Теперь вот 5 лицевых. Пять изнаночных. Последняя кромочная, изнаночная. Так, вот что у нас получается, видите? Так, теперь мы берем следующий ряд. Тут теперь идет немножко как убавление. Первую мы сняли, следующую петлю изнаночной провязываем, а три петли эти, раз, два, три, лицевые, и это идет изнаночная, провязали. Следующие идут изнаночные тоже. Вяжем мы изнаночные до вот этой лицевой. Эту крайнюю мы провязываем изнаночную, остальные три провязываем лицевыми петлями. Так, и это тоже изнаночная.
Последняя тоже идет изнаночная петля. Теперь вяжем с обратной стороны лицевые над лицевыми, изнаночные над изнаночными. Так, провязали. Следующий ряд. Одну сняли. Так, изнаночная. И вот мы дошли опять до этих лицевых. Крайнюю тоже изнаночной, так как мы убавление еще делаем. Так, лицевых. И получается это одно лицевой, а это изнаночная. И все дальше вяжем изнаночные. Ну вот довязали мы до этой крайней лицевой. Мы ее крайнюю тоже изнаночная. Одну лицевая. Это опять тоже изнаночная. Изнаночная. И кромочная изнаночная. Обратную сторону мы также вяжем лицевые над лицевыми, изнаночные над изнаночными. Это каждый обратный ряд, то есть четный ряд. Так, следующий. Первую сняли. Следующие ряды вяжите. Раз, два, три. 4, 5, 6. Семь. Вот мы провязали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Мы провязали изнаночными. Одна лицевая. И опять раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь изнаночными. То есть мы сейчас новый листик вяжем. Вот. Вот будет он между этими двумя по центру проходить. Обратная сторона, и тут над лицевыми лицевые, над изнаночными. Так, следующий ряд, то есть мы начали вывязывать новый лепесточек. Вяжем, как и первоначально начинали. Так, первый снимаем. Изнаночный, раз, два, три, четыре. 5, 6. Теперь мы меняем эти петли 2. Это снимаем и это. Это мы сажаем на эту спицу. И теперь эту меняем. Перекрестили их тоже. Провязываем их теперь. Первый лицевой. Теперь хватаем вот за третью петлю, так, мы ее провязываем за заднюю стенку, среднюю тоже за переднюю стенку провязали и сняли. Теперь изнаночная. Последняя тоже изнаночная. Четный ряд мы вяжем лицевые над лицевыми, изнаночные над изнаночными. Следующий ряд. Первый снимаем, потом изнаночные. Раз, два, три,
4, 5. Точно так теперь. И эту петлю мы меняем местами. Перекрещиваем. Перекрестили мы их и провязываем их лицевыми. Так, следующая середина провязывается тоже лицевой. И теперь четвертая, пятая мы за заднюю стенку взяли, провязали и четвертую тоже провязываете таким образом и снимаете. Дальше вяжете изнаночной. Так, следующий ряд провязывайте. Следующий ряд провязывайте лицевые над лицевыми, изнаночная над изнаночной. Так, следующий ряд. Первый снимаем изнаночные. Раз, два, три, четыре, пять. Вяжем мы до лицевых петель. Крайнюю снимаем изнаночной. Идет убавление лицевых петель. То есть таким образом. Теперь идет лицевая, лицевая, лицевая. И вот крайняя это тоже идет изнаночная. Дальше тоже изнаночные петли идут. Провязываем изнаночными. Последняя тоже будет кромочная изнаночная петля. С обратной стороны мы провязываем, как обычно, лицевые над лицевыми, а изнаночные над изнаночными. Так, дальше. Первую снимаем, новый ряд. Теперь идут изнаночные. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот мы провязали опять до этих лицевых. Вот смотрите. Теперь крайние лицевые вяжем изнаночными. Эту и эту. И так оно все время. Так, крайняя изнаночная, одна лицевая. Это опять изнаночная. И дальше идем изнаночной. Так. Причетный ряд вяжем, как и обычно. Лицевые над лицевыми, изнаночные над изнаночными. Так, провязали мы обратную сторону. Теперь вот смотрите, что у нас получается. Теперь точно так мы вяжем, как и в начале. Вот, сейчас будут здесь лепесточки у нас повторяться. То есть, как вы здесь начинали вязать, с самого начала начинайте вязать. Сейчас мы провяжем такие лепесточки. Посмотрим, что будет. Вот мы провязали. Вот что у нас получилось. Смотрите. Наши маленькие листочки. Вот. Теперь пока опять повторяем узор. То мы повторяли это вот как здесь. А здесь начнем уже как вот посередине один листочек. То есть одну снимаем, 7 провязываем изнаночными, 1 лицевая, 7 изнаночная и кромочная. Я думаю, несложно, красиво. Смотрите, пожалуйста, попробуйте вязать что-нибудь. Рада, что вы заходите на мой канал. Подписывайтесь. Еще будет много интересного. Всего хорошего. До свидания.